Я ехал в поезде своем. Нормально меня слышно? Да. Я ехал в поезде своем навстречу летнему закату. Туда, где чистый водоем, туда, откуда нет возврату. Я Штирлиц, тихий секретный воин. Я тихий секретный воин, я странник инкогнито. Они говорят, кто такой он? Кто, интересно, такой он? Скажите нам, кто такой он? Но кто, я не знает никто. Я спокоен, я совершенно спокоен, совершенно секретно спокоен. Меня не узнает никто, потому что я кто? Штирлиц. Кто? Штирлиц. Ich bin der stille Штирлиц. Traveling in disguise. Ich bin der stille Штирлиц. Traveling with these guys. Traveling with the spies. The walls have eyes. The walls have eyes. Где-то там, где-то там, где-то там, где-то там родина мать. Говорит она что-то там, где-то там, но я перестал понимать. Где-то там, где-то там, где-то там, где-то там девушка Кэт. Говорит она что-то там, где-то там, но здесь у меня ее нет. Я сначала хотел передать ей шифровку 17 мгновений весна, но я сделал себе остановку, поставил себя в режим сна. Я сначала хотел переслать ей записку 17 мгновений подряд, но время мое уже близко, уже про меня говорят. Говорят они, это Штирлиц, или это вовсе не он? А что, если это не Штирлиц, а самый обычный шпион? Правда ли, что это Штирлиц? Эй, скажите, надежен ли он? А что, если он не Штирлиц, а самый обычный шпион? Где-то там, где-то там, где-то там, где-то родина мать. Говорит она что-то там, где-то там, но я перестал понимать. Где-то там, где-то там, где-то там, где-то милая Кэт. Говорит она что-то там, где-то там, но здесь у меня ее нет. Скажите нам, это Штирлиц, или это вовсе не он? А что, если он не Штирлиц, а переодетый шпион? Правда ли, что это Штирлиц? Скажите, надежен ли он? Или он вовсе не Штирлиц, а русский советский шпион? По имени Паулик Леон.